Несмотря на все попытки навести порядок в сфере пассажирского транспорта, водители и владельцы маршрутных автобусов до сих пор остаются одними из главных нарушителей правил движения и перевозок. Инспекторы ГИБДД и специалисты городского комитета по транспорту и связи регулярно проводят специальные рейды. Их цель не только выявить нелегалов, но и проконтролировать соблюдение законными перевозчиками взятых на себя обязательств. Ведь проверяют не только наличие маршрутной карты разрешения, но и техническое состояние транспортного средства. Так... Сиденье установлено согласно требованиям ГОСТ. Ремни безопасности на данной машине у нас даже имеются в салоне. Так, наличие знака аварийной остановки присутствует. За последние две недели специалистами городского комитета по транспорту и связи было выявлено 9 незарегистрированных перевозчиков. Но штраф 30 тысяч рублей нелегалов не останавливает. Они продолжают возить пассажиров по наработанным маршрутам. Проверили. Посмотрели, значит, документы все в порядке, техническое состояние, аварийные выходы, наличие огнетушителей, аптечек, знак аварийной остановки. Вот. Документарные, вот эта вот проверка, еще раз повторюсь, посмотрели мы наличие заполнения правильности путевых листов. То есть все соответствует требованиям. Хотя в ходе рейда нелегалов выявлено не было, по данным комитета, именно на 35-м и 3-м маршрутах общественного транспорта незаконных перевозчиков больше всего. Но проверки сотрудников ГИБДД они обычно не дожидаются. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.